Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Прошел у нас такой хороший дождик, еще немножко даже накрапывает. И самое время сделать подкормку для земляники. Кустики у нас уже начинают выпускать цветоносы и даже зацветают. И чтобы был хороший урожай, нужно, конечно, подкормить, чтобы у нас наросла вот эта самая зеленая масса, чтобы был хороший объем листочков, и тогда будет хороший урожай ягод. Сейчас очень удобно делать подкормки, так как земля у нас увлажнена, не нужно нам дополнительно перед внесением удобрения проливать почву. А без хорошего листового аппарата наш кустик, он просто не сможет вот такое количество цветоносов вытянуть, и чтобы именно все ягодки наливались и были довольно крупными. Потому что здесь тоже вот все в цветоносах. Даже вот такие вот уже цветут. И везде есть вот либо цветущие, либо вот только-только закладывающиеся такие вот цветоносы. А для подкормки будем использовать аммиак, или его еще называют нашатырным спиртом. В нашей аптеке вот такой вот бутылек 100 мл стоит около 20 рублей. То есть достаточно такое недорогое средство. Это у нас азотистое, так сказать, соединение, которое мы сейчас добавляем в воду. 2 столовых ложки аммиака или нашатырного спирта на 10 литров воды. И у нас должен быть очень хороший эффект именно для роста зеленой массы на наших кустиках земляники. Если у вас клубника не в очень хорошем состоянии, тогда можно даже 3 столовых ложки на 10 литров воды. Ну а так, золотая середина, это вот 2 столовых ложки. И сейчас мы все хорошенько размешаем и отправимся поливать нашу землянику. Делаем это либо после дождя, либо предварительно нужно грядку пролить водой. Не бойтесь попадать на зелень. Главное эту подкормку делать либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы не было солнца. И вот так вот все проливаем. Сделали подкормку и не забыли про чеснок. Нашатырный спирт поможет в борьбе с различными почвенными вредителями чеснока, а также предотвратит или поможет справиться с пожелтением пера у чеснока. На вот этих вот две грядки и на вот этих две маленьких ушло где-то около или чуть больше одного бутылька вот этого 100 миллилитрового нашатырного спирта. То есть в целом очень немного расходуется этого средства, а эффект замечательный. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.